И... Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас есть потрясающая возможность окунуться в магический мир музыки. Проследуйте за мной. Это оркестранты нашего любимого клуба «Ну Оркестра». Мы узнаем, что же они делают. Простите. А что вы делаете? А мы готовим новое произведение. Какое это произведение? Это секрет? Или вы можете поделиться? Приходите на концерт, тогда и узнаете. 30 марта. А на чем вы играете, кроме домбры? Я играю только на домбре, честно только говоря. На домбре. Да. Как ваше настроение, как ваши дела, как ваш настрой? Готовы к своему концерту? Готовимся. Больше экспрессии! А как вы выбираете песни для ваших выступлений? Популярная песня, да. Хайп. Хороший вопрос. Очень хороший, да. Мне кажется, здесь нет какой-то тенденции или ритуала. Просто иногда приходит в голову. Типа, мне кажется, эта песня залетит. А бывают такие моменты, когда вам грустно, и только игра на домбре, музицирование помогает вам справиться Конечно. С печалью? Да, всегда. Почти всегда, вот, особенно во время мидок, файнал, и конкретно расслабляешься. Стрессово. Я слышу звуки. Расскажите, пожалуйста, почему именно кубыс? Короче, в детстве мама мне сказала, что у меня, пускостопие, и отдала меня на кубыс вместо скрипки. А еще, короче, я ходила на скрипку, и учительница меня просто украла из-под, учителя скрипки. Вау, всё интересно. У тебя была война. Да, за меня была война. Ребенок. А у вас какая история? Мне тоже интересная история. В 5 лет я увидел концерт Ванессы Мэй. И я подумал, что, здорово, палочка водит по какой-то досточке, да, и такой звук получается. А давайте я пойду на скрипку. И меня отдали на скрипку, и потом я дико пожалел, конечно. Про баян спросите? Как ты научился? Это не баян, это аккордеон! Вы что? Оказывается, звук не выходит не посередине, а по бокам там дикались, типа динамики. Блин, да. И вот там, получается, мы увидели учительницу аккордеона, она очень была, короче. Добрая была. Нет, со стороны мастерства. У нее прям все ученики были намного лучше по сравнению с другими. Можно к вам? Ля-ля? Ля-ля, но можно ля. О, классно. Мой учитель, его зовут Олег Михайлович, он там играл. И я услышала звуки, потом пришла в эту студию, и все с этим. Это была любовь с первого звука? Это была любовь с первого звука. В школе выступали в Ханшатыре, и мы играли TNT. И я, короче, слишком вжилась, я начала гнать и играть вообще, что попало. Они остановились, на меня смотрят, я там вообще что-то другое играю. И все на меня смотрят, аудиенс, и они все... Все остановились. Да, и я потом поняла, что я играю вообще не то. Я слишком, короче, в образ вжилась. И потом, вот так вот, кейде шаршаған кезде, кейде күйзеліске ұшыраған кезде осы аспаптың алдына келіп, бір-екі рет есінде қалған музыкаларды тартып ойнағанда өзім жиі рахаттанамын. Сүйген қызыңызға сіз арнадыңыз ба бір өлеңдерді? Сүйген қызыма? Енді ондай мүмкіндіктер ондай көп бола қойған жоқ, бірақ алдағы уақытта егер сонда жақсы мүмкіндік болатса, міндетті түрде арнаймын деп ойлаймын. По идее, изначально он, кажется, он был сделан для детей. В разных странах есть такие же инструменты, аналоги, они называются
окарина, может кто-то знает, но у нас в Казахстане, получается, есть как бы такой вариант, это сасынай. Это секрет, но я увидела красивого мальчика в оркестре. Он играл на домбре, но потом, кажется, он ушел, что ли. Ну, короче, было уже неважно. А я пришла и подумала, блин, нифига было бы, да, типа, видеть и наслаждаться его красотой. Но он не красивый, по идее, красотой каждый день. И потом он ушел, но я так вниклась, короче, в оркестр, что, короче, так подозвала Арну, рассказала, типа, я закончила музыкалку, можно к вам, да? Он такой, без проблем, просто приноси инструмент на следующую репу. Все? Ну, приняли. Да, по идее! Да, давай. Я почему тоже играть начала. Короче, я с 8 класса играю. Я вообще никому еще не рассказывала. О, я первая! Сейчас так масштабно. Не только, но... Я была вот в 8 классе, и у нас... Новенький, короче, пришел, а он был весь такой, типа, рок, такой, барабаны. И я и так любила барабаны, то есть он не был, как бы, мейн-лидером, да. Но он тоже был причиной, и он вот, как я говорила, он любит там рок, барабаны. И я, короче, хотела понравиться ему, и я как-то, я знала, что есть студия, но я не знала, что есть барабаны. Потом я услышала, потом пришла, я такая, я люблю барабаны, но я еще хочу понравиться. И я начала играть, потом я его позвала, потом он, короче, посмотрел, и такой, короче, расставил. Да, и вот, ну, мы с ним, ничего не получилось, но в любом случае, вот, прикольная история была, как бы, он тоже на это повлиял. Любовь, господи, довести. А бывали ли